Секретарь Совбеза России Николай Патрушев раскритиковал чиновников за использование зарубежных интернет-сервисов и сказал, что иностранные разведки уже проникли в информационные системы, которыми пользуются российские власти. Они внедрили туда свои программные средства. Специалисты также отмечают рост числа компьютерных атак на электронные системы органов госвласти, сообщил Патрушев. Он недоволен тем, что чиновники из Хабаровского края пользовались иностранными сервисами Google, Yahoo и WhatsApp. Патрушев попросил руководство региона принять меры. По его словам, важная информация недостаточно защищена. Некоторые регионы меры уже приняли. Вот что рассказал РБК губернатор Тульской области Владимир Груздев. Мы все необходимые меры приняли еще более года назад. У нас вся служебная переписка используется, возможно, только через почту Тулы региона. Это почта, которая полностью модерируется нашими областными IT-структурами, государственными IT-структурами. И спорная переписка по другой почте для сотрудников правительства Тульской области, она просто запрещена.